Ну всем что? Привет! И опять. Да. Опять она меня опередила. С вами канал DD Players 813. И сегодня грандиозный финал. Большая серия, на которой Дашке должно хватить огромное количество нервов. Надеюсь, да. Хватит. Тебе хватит, не переживай. Я сомневаюсь. И если сомневаешься, ты не возьмешь за сюжетку Cold War. Все. Все, Дашка наконец-то пройдет первую часть. И продолжит ее в Black Ops Cold War. Наконец-то она получит ачивку «Компания открыта». Ну что, ты готова? Али, нет? Давай уже. Поехали. Продолжаем игру. Поскорее бы уже все закончить. Ты убил Кравченко. Ты уничтожил их базу. Майсов, лучше бы мы оба погибли. Вся ваша группа погибла. Уцелел только ты, Мейсон. Ты один. Нет, Резнов тоже выжил. Ты один, Мейсон. Нет, Резнов все еще со мной. С самой Воркуты. После того, как ты выбрался из комплекса Кравченко в Лаосе, после того, как твою команду убили, ты ушел. Это не так. Я выполнял задание. Ты отправился на остров Возрождения вопреки приказам. Штайнер был зачем, там. Зачем, Мейсон? Должен был убить Штайнера. Но на остров уже направлялись Хадсон и ЦРУ, чтобы взять Штайнера. Зачем ты полез? Драгович, Кравченко, Штайнер должны были умереть. Штайнер нужен был нам живым. Зачем ты убил его? Мне велели это сделать цифры. Неужели вам непонятно? Что за цифры? Он видит то, что цифры, и слышит цифры. Числовые коды. И он пока не догоняет, что это. Догонит? Конечно, догонит. Я тебе более того скажу. Уже совсем скоро догонит. Недаром у нас сегодня финальная серия. Вот. Как ты поняла, после побега из вьетнамского плена он пошел в самоволку на остров в Аральском море. Остров Возрождения. Его цель – вот этот немецкий крендель. Штайнер. Штайнер. Соответственно, Резнов вместе с ним. Мейсон направляется в центр биологического оружия на острове Возрождения в СССР. Хадсону и группе 2 приказано эвакуировать Штайнера. Возрождение. Наконец-то. Штайнер был наш. Мы на месте. Остров Возрождения. Источник яда Драговича. Они готовятся к доставке новых 6. Не при мне. Еще немного. Молодец. Еще обезьяны. У нас их что, не хватает? Разгружай, Юра. Приказано освободить место для аппаратуры. Черт. Хорош жаловаться! Грузи клетки на пристань. Я должен проверить остаток груза. Давай, Мейс. Все в порядке, прием. Бери топор. У нас проблемы со связью. Линия связи с объектом штаба прервана. Прием. Минус. Что, опять тихо? Да. Держаться в тени. Ты сама не захотешь убить меня. Давай зарезнуем в теме. Все, тут и стой. Левее. Вперед! Быстро! Сотрудникам с уровнем доступа
группа 1 и 2. Началась эвакуация комплекса. Они знают, что мы здесь. Изоляция сектора Е через 3 минуты. Это точно американцы? Да, вас понял. Так, да, вправо. Прям сюда в угол забейся и вообще не двигайся. Представь, что ты кемпер в сетевой игре. Прикольное сравнение. Не заметили. Неплохо, да, так пацана проломил? Все, теперь у тебя дробовик и автомат. Объявлена тревога! Нарушители в северо-восточном квадрате. Штайнер нужен им живым. Приказан явиться к командному составу. Иди за мной! Мы поднимемся по шахте лифта. Всем работникам лаборатории надлежит проследовать в указанные места. Комплекс находится на военном положении. Невыполнение приказов приведет к немедленному аресту. Там моя семья. А что с ними будет? Мне приказано доставить ключевой персонал к кораблям. Другой отряд занимается гражданским. Сообщение особой важности. Отрядом службы безопасности явиться для инструктажа. Комплекс находится в военном положении. Заныкался, гад. Даже среди ботов есть кемперы. Да вообще. Резнов, это Витька. Ой. Это Витька, это Витька. Не надо, не убивай Витьку. Витька хороший. Я не вижу! Я поражаю! Ранили! Осторожнее, друг мой! Друг? Чего? Мне послышалось, осторожней, труп мой. Труп мой? Да. Бесстрашная женщина. Ну это же я. Бесстрашная женщина. Стволы на все 12 часов. Мейсон, это Хадсон. Мы знаем, что ты на острове Возрождения. Да подожди ты, восстановись хотя бы, ёлы-палы. Коцана и идет вперед. Или ты это, Дункан Маклауд? Б. В. Все, сейчас сразу оборачивайся. Мейсон, это Хадсон. Мы знаем, что ты на острове Возрождения. Ответь, Мейсон. Ха-ха-ха.
подстрелит их на балконах. Так на балконах подстрелит их нахер. Драговичи сгоняют всех, кто есть на острове! Всех ненужных для дальнейшей работы просто казнят! Поскорее, иначе меня тоже убьют! Фридрих Штайнер, тебе конец. Я узнал! Воркута! Ты не знаешь, что с тобой сделали! Мейсон, остались! Твое зло лишило жизни многих людей. Довольно. Убив меня, вы не остановите Нову. А мне наплевать на эту Нову! Кто там? На другой пане. Хадсон и Уивер. И я отомщу. Богом клянусь, именно так умер Штайнер. От руки Резнова! Ты лжешь, Мейсон! Ты убил Штайнера, мы знаем точно! Резнов получил то, что хотел. Возможность отомстить. Джейсон Хадсон написал отчет. Виктор Резнов не убивал Фридриха Штайнера. Хадсон все видел. Уивер! Продолжай, Хадсон. Мейсон не отвечает. Надо пробраться через исследовательский комплекс и спасти Штайнера. Глядите в оба. Янки, мы выдвигаемся. Альфа, двинулись! Вас понял, мы движемся. Эвакуация уже началась. Уничтожь РПГ! Наверху, на крыше! Это дорога к лаборатории. Много целей! Подходит! Вот он! Понятно! Я вижу! Вражеский транспорт на 12! Это второй подъезд к лаборатории. Янки должны зайти с запада. Встретитесь там. Принято! Альфа, вперед! Уже идем! Противник на балконе! Противные контакты на дороге! Хантер, к нашей позиции приближается Ми-8! Ясно! Разберемся! Есть контакт! На мосту! Держи поле зрения! Противник уничтожен! Много целей! Уничтожаю! Я его вижу! Ми-8, прямо по курсу! Мы на прицеле! Шевелитесь! Ложись! Ничего, костюмы специально да. Нова 6, на всякий случай, да? Нова 6! Защитные костюмы, быстро! Этот не успел. Альфа, двинулись! У тебя сейчас, смотри, пулемет цифра... Не лезь вперед!
У тебя пулемет с инфракрасным прицелом. Гаси их. Потому что если в ближнем бою тебя расстреляют, они треснут маску, и у тебя попадет газ. Слышишь стрельбу, сразу принимаю укрытие. Группа Янки зачистила западную часть периметра. Идем на север. Продолжаем движение на запад. Нас проулок. Нифига, удача-то. Угу. Вот это свой. Те, кто мигают, вот так вот, в сердцевине, это свои. Свои. А вот это не свои. Мы заходим к ним с фланга. Идем на север. Приказ понял. Нас обстреливают с вертолетов. Держитесь. Мы в полукилометре к югу от лаборатории. Группа Альфа, нас обстреливает противник. Нужна поддержка, прием. Мы идем, Вивер, держись. Янки, отходите от БТРа. Нас раскатают. Вивер! Мы живы, Хадсон. Но нас прижали. Они жмут с востока. Принято. Напряженная комиссия, да? Ну да. На вертолета сбить. Так, там по компасу ориентируйся, там есть этот стрела лежит. Хадсон, ты должен сбить эти вертушки. Да, я понял. Получай, чертов ублюдок, последний Хадсон. Штайнера!
цели возле церкви! Принято! Тихо. Огонь без приказа! Огонь без приказа! Вот они! У меня силы! Эй, поражена! Они на крыше! Отходим! Контакт погашен! Да, эй, на крыше! Понятно! Вот туда! Уничтожи! Сил уничтожить! Один на крыше! Да, вот туда! Один на крыше! Укрытие! Вон они! Держи в поле зрения! Противник на крыше! Меняю, стреляй! Я его вижу! Давай на поражение! Ой, санитара! Сюда! Он мой! Они на крыше! Он убит! Я их вижу! Проверь гудку! Поле зрения! Цель поражена! Вот он! Я подожжаю! Вот, на крыше! Да я его накрыл! Контакт в будке! Вот туда! Понятно! Вот туда! Вот он! Меняю, стреляй! Цель поражена! Точно! Вон они! Ой, санитара! Сюда! Он меня прицелил! Удержу их огнем! Давай на поражение! Уничтожи! Хадсон налево! Там укрытие! Мастара! Я подражаю! Я пусть меня в магазин! Да я его накрыл! Он мой! Товарищи ранило! Головы град окрою! Вот они! Окно! Закрой! Противник убит! Вон, на крыше! Готов! Вас понял! Где тут прикрытие? Вон там! Удержу их огнем! После входа в лабораторию! Прикрываю! Я вижу, это я! Вот они! Нужен доктор! Понятно! Огонь! Прямо в цель! Не высовывайся! Мы сейчас! Нужно перезарядиться! Накрой их! Держи в поле зрения! Контакт у входа! Контакт у... Так точно! Противник уничтожен! Давай на поражение! Противник у входа! Сюда! Здесь мы и поймаем Штайнера. Я вижу! Санитара! Контакт погашен! Да, вот туда! Стреляю осколочную! Ой! Ой, санитара! Сюда! Прикрытие! Сюда! Лаборатория под нами! Бум! Как-то граната взорвалась прямо под сраком, у него и не помогло? Че, он выжил, что ли? Прикинь. Ну, у него лядом. Железная срака. Достань морфей! Да. Стреляю! Молодь. Противник уничтожен! Он сзади меня был? Сзади тебя, я за тобой пошел. Нужно пройти через отсек санавагонки. Мейсон, это Хадсон. Мы знаем, что ты на острове Возрождения. Ответь, Мейсон! Железная срака. Ну, я из Казанова, честно говоря. Да. Есть! Он ранен! Раненый! Ну!
это он. Что он делает, черт побери? Убивает всех, кто встанет между ним и Штайнером. Хадсон, куда они все? Они нас не видят. Контакт багажа! Нужен доктор! Что это было, а? Это Штайнер. Пытается выйти с нами на связь. Штайнер, что происходит? Штайнер, что у вас? Люди Драговича сгоняют всех, кто есть на острове. Всех ненужных для дальнейшей работы просто казнят. Поскорее, иначе меня тоже убьют. Ня, в тебя сзади стреляют, блин, она бьет союзника. Вот тебе и ня. Он желтый, а не серый. Хадсон, куда они все? Они нас не видят. Готов! Нужен доктор! Что это было, а? Это Штайнер. Пытается выйти с нами на связь. Штайнер, что происходит? Штайнер, что у вас? Люди Драговича сгоняют всех, кто есть на острове. Всех ненужных для дальнейшей работы просто казнят! Поскорее, иначе меня тоже убьют! Мейсон! Нужно остановить его! Мейсон, что ты делаешь? Он нужен нам живым! Назад, назад, Мейсон! Спасите! Меня зовут Виктор Резнов. И я отомщу. Мейсон, нет! Ага. Ну а что, галюники? Я цел! Да? Штайнер! Он мертв. А что, Резнов, перебежчик? Надо найти его. Все, смотри, не выйдет, его не было. Не поверю, пока сам не увижу. Что они сделали с тобой в Иркуте, Мейсон? Штайнер мертв. Мейсон, последняя связь с передачей цифр. Надо забрать его. Идем. Сюда. Так мы выйдем на причал. Это Уивер. Объект у нас. Мы уже идем. Вас понял. Мы движемся к причалу. Что с тобой сделали, Мейсон? Мейсон, друг мой, скажи, во что остается верить, когда тебя предают свои же? Когда весь ты, все то, что ты сделал, оказывается погребено под слоем лжи и коррупции. Я умру в этом проклятом месте. Единственное, что не дает мне опустить руки, это жажда мести. Их нужно остановить, Мейсон. Драгович, Штайнер, Кравченко. Их нужно убить. Бесполезно. У нас нет времени. Нельзя прекращать! Он был в Иркуте. Он знает, как передавать коды. Он слышал передачи, которые, по нашим сведениям, содержали координаты цели. Эти данные у него в голове. Он знает, где искать. Нужно добраться до бункера. Уровень готовности 2. Ты уже испробовал все. Еще нет. Осталась одна карта.
Проваливай, Уивер! Скажешь им, что мы не смогли узнать, откуда идет вещание. Хочешь умереть с ним? Твой выбор. Черт! Как ты не понимаешь? Он мертв, Мейсон! Слышишь меня? Мертв! Уивер прав. У нас нет времени. Я знаю, что с тобой сделали. Знаю тебя. Я знаю, ты не предатель. Слышишь, Мейсон, что они означают? Откуда их передают? Возвращается память. Что? Что они значат? Резнов! Ты где? Резнов! Че, Резнов его галёник? Специально, да, сидишь, молчишь. Конечно. Я хотел убить Штайнера. Опять слышу чертовы цифры. Ты опять? Надо было убить тебя в Воркуте. Подожди немного. Дай ему отдохнуть. Когда придет в себя, повысь напряжение в 2 раза. Я помню. Воркута. Объекту были успешно имплантированы знания о числовых последовательностях. Ну и в чем проблема? Его реакция на наши приказы была случайной, непредсказуемой, удивительно, но он сопротивляется. Как? Он необычен, атипичен. У него редкая сила воли. С другими подопытными мы достигли больших успехов. Если он не сможет выполнять приказы, зашифрованные в числах, мне он бесполезен. Пусть гниет. Унести его обратно в камеру. Больно! Боже, как больно! Заход на цель! Освальд! Раскрыт! Воркуте! Мы все здесь братья! Резнов! Не уверен, что ему можно верить! Полностью! Мы и он не так различаемся. Все мы солдаты, лишенные армии. Преданный, забытый, покинутый. Мейсон! Ты должен жить! Мы должны бежать! Я знаю это. Слишком хорошо. Мы братья Мейсон. Мы одинаковые. Кеннеди. Джон. 5, 4, 3. Промежуточная. Мне сказали, что вы у нас лучший из агентов. Самый лучший. Коммунисты посягают на наши ценности. Сам наш образ жизни под угрозой. 15 секунд. Кабель мачта отошла. 13. Отлично. 12. Тогда нам пора сматываться. 11. Рано. 10. Пойдем за зажигание. 9. 8. Предварительное. 2, 1. Ты доволен? Главное. Старт. Нет. Подъем. Я должен ракета увидеть пошла. Тело. Я уже говорил. Штайнер на острове Возрождения. Нам пришлось убить его. Нам? Виктору Резнову? Мы хотели одного. Одного. Что он делает, черт побери? Боль трудно вынести, правда? Я знаю это. Слишком хорошо. Мы братья Мейсон. Мы одинаковые. Драгович, Кравченко, Штайнер должны умереть. Драгович не смог тебе промыть мозги. Но у Резнова был свой план. Мейсон,
Снов? Как ты выбрался из Воркуты? Не думал, что выживешь. Он никогда не был во Вьетнаме. Настоящий перебежчик с планами Новый 6 погиб во время атаки на военный комплекс там, во Вьетнаме. Он никогда не бывал в туннелях. Что с тобой такое? Тут Кравченко. Сюда! Он не уйдет! Он никогда не был на острове Возрождения. Иди! Виктор! Нет! Мейсон! Меня зовут Виктор Резнов! И я отомщу! Мейсон, нет! Восьмой шаг, Резнов! Виктор Резнов уже 5 лет как мертв! Он умер в Воркуте во время побега! Ты думал, что он с тобой, а он был в твоей голове! Я верил ему. Поэтому и сработало. Это был их ответ проекту МК-Ультра. Драгович приказал тебе убить Кеннеди, но Резнов этому помешал. Он хотел отомстить Драговичу за все. Драгович, Кравченко, Штайнер — 3 новые жертвы. В твоей памяти есть провалы. Периоды, когда ты пропадал без вести, и мы не знали, где ты. Но теперь, когда мы вправили тебе мозги, память должна вернуться. Нужно уходить. Они скоро выпустят Нову-6. Сотни спящих агентов в столице каждого штата готовы отравить своих сограждан этим ядом. Когда Штайнер умер, мы потеряли шанс найти источник передачи цифр. В Воркуте тебя запрограммировали переводить коды. Только ты можешь сказать нам, что они значат. Нова-6 — лишь одна из операций со спящими агентами. Но я уверен, были и другие, о которых мы даже не знаем. Мы записали коды. Мы проигрывали их тебе снова и снова часами. Но нам пока не удалось взломать твою программу. Мейсон, это последняя попытка. Послушай, заклинаю, послушай еще раз! 21, 7, 21, 4, 2, 14, 13, 14, 7, 18, 13, 6, 22. Он полностью ваш, генерал. Вот мой подарок в честь наших новых отношений. Я узнал! Воркута! Ты не знаешь, что с тобой сделали! Объекту были успешно имплантированы знания о числовых последовательностях. Внимание всем агентам! Наши новые союзники на Кубе дали разрешение на создание новой, постоянной станции радиопередач на их территории. С этого момента и до запуска проекта «Нова» все инструкции будут передаваться по этому каналу. Ваш план по нанесению удара в самое сердце западной цивилизации начал осуществляться. Ожидайте дальнейших приказов. Он полностью ваш, генерал. Вот мой подарок в честь наших новых отношений. Вот почему я его штырила, когда он с Кеннеди, да? Потому что, по сути, он его должен был его убить. Да. Поняла теперь? Я же тебе сказал, что узнаешь. Расположена станция. На корабле. Я видел его очень давно. Русалка. Где? Куба. Такой. Такой брутальный чел. Коммунисты посягают на наши ценности. Пепса! Поняла? Я не думала, что так будет, честно говоря. Не думала, такого, что такой сюжет будет. У меня какие-то моменты, конечно, были подозрения, что Резнов это чисто... Вот... Это в голове. Но я не думала, что это правда. Оказалось, что это правда. Я тебя немножко расстрою. Начало эпизода придется полетать. Опять на вертолете. На вертолете, ладно. Главное, не на самолете. Ну, уже хорошо. Мейсон, Хадсон, Уивер отправляется на перехват торгового судна «Русалка» района операции Мексиканский залив. Предположительно, судно передает сигнал. 26 февраля 1968 года. 6 утра. Альфа,
Мы видим русалку. Принято, Янки один. Начинаем сближение. Мейсон, рули! Держать строй. Мы приближаемся к станции. Черт! По нам работают зенитки! С палубы! Они нас ждали! Группа Янки! Атаковать тяжело вправо! Принято, Альфа! Конец связи! Защитить место высадки! Уже! Гранатометы! Верхняя палуба! Группа Янки на позиции! Вперед, вперед! Так держать! Давай, продолжай! Группа Янки на позиции! Альфа, выдвигаемся на поддержку, прием! Принято, выдвигаюсь. Янки один, ко мне! Давай, нам нужно к левому борту! Идем к левому борту! Огонь по усмотрению! Янки один, можно идти! Минус один! Давай, сейчас! Принято, Янки! Все чисто, выдвигаемся! Нам нужно ближе! Атакую! Вперед, вперед! Нам огонь нужно ближе! Огонь по усмотрению! Гранатометы на мостике! Давай, продолжай! Вас понял. Спасибо за помощь, Альфа. Уничтожить их! Группа Янки на позиции. Спускаемся на нижние палубы. Прием. Принято, Янки. Группа Альфа идет за вами. Ми-24. Маневр уклонения. Янки 2. Огонь по вертушке. Так держать! Сбей эту вертушку! На! Давай. Нет. В смысле? А что ты как говорил? На! Спускаемся на нижние палубы, прием! Принято, Янки! Группа Альфа идет за вами! Ми-24, маневр уклонения! Янки 2! Огонь по вертушке! Так держать! Сбей эту вертушку! Почти! Еще немного, мы рухнем! Сейчас давай. Мейсон, на площадку лети быстро! Двигай к посадочной площадке! Вас понял! Я уже ничего не понимаю! Потихоньку, помаленьку, да-да-да, вот так, бочком. И... есть контакт. С вертолета! Прыгаем! Давай! Мама. Мама дорогая. Группа Янки, доложить обстановку! Идем по второй палубе. Передатчика нет! Он должен быть тут! Я знаю! Продолжать поиск! Ой, залетало! Контакт! На лесах! Он у меня на пушке! Побежал! Противник замечен у ящика! Противник уничтожен! Я прикрываю тебя! Залетало! Давай на поражение! Контакт у накрытых ящиков! Противник! Мейсон, возьми управляемую ракету! Сбить противника! Вон они! Да! Убедение у ящика!
датчиков! Нужно прикрытие! Цель возле ящика! Перезаряжаюсь! Прикрывай! Возле вентиля! Он мой! Проверить ящики! Готов! Противник у вентиля! Ищи укрытие! Осколочная! Цель поражена! Вперед! Только посмотри! Черт! Нас прижали на нижней палубе! Спускайтесь сюда, мать вашу, быстро! Уже идем! Готов! Минус один! Нас раненые! Черт! Нифига себе, у меня патронов-то! Корабль не так уж и прост. Танцовещание. Она под нами. Черт! Черт! Драгович начнет передачу. Штаб, это Альфа-1. Подтверждаем, русалка, станция передачи. Поднимайте воздух. Мы уходим. Еще нет. Нужно найти Драговича. Через 15 минут флот США разнесет здесь все к чертям. Я допустил ошибку, не подтвердив убийство 5 лет назад на Байконуре. Может быть, ты под контролем? Это важно. Нужно убить засранца раз и навсегда. Сматывайся, Уивер. У нас тут дело. Хадсон, видишь эти бои? А то есть ты, под этой лодкой там еще хрень? Вот почему мы не смогли найти передатчик. Эта штука под нами. Она больше, чем просто станция вещания. Это станция снабжения советских подводных лодок. Часть плана вторжения Драговича. После запуска проекта Нова 6. Сейчас плывем прямо. Кстати, вроде такие станции реально существовали. Я не знаю, надо было поискать информацию в открытых источниках. Так медленно плывем. Что ты хотел? Вы же плывете. Понятно! Поле зрения! Готов!
слева! Принято! А, вот туда! Много целей! Аккуратней, да? Убежаю! Они за углом! Да что, Курфи! Вот он! Противник уничтожен! Я вижу! Держись, товарищ! Удерживай их огнем! Что сделаю? Леса слева! Бежи! Они начали атаку! Уивер, что происходит? Проклятие! Отступать поздно! Давай! У меня их поражена! Вот они! На втором! На втором! Морфи! Ищи укрытие! Он раненый! Не высовывайся! Мы сейчас! Цель поражена! Найти Драговича, пока эта штука не рухнула нам на голову! Вверх по лестнице! Противник уничтожен. Вас понял! Драгович! Ты бы стал лучшим моим агентом. Насколько все было бы проще? Драгович! Это просто! Я убью тебя!
Ты пытался взломать мой мозг. Не вышло. Ты не знаешь. Пытался заставить меня предать своих. Ты пытался заставить меня убить своего же президента. Пытался? Давай, Мейсон! Ну вот и все. Брагович мертв. Мейсон! Все, давай сюда! За Хадсоном и сваливайся с Атланты. Тут все разваливается на части! Пошел! Мейсон! Не сделал это, Мейсон! Не сделал то, чего я не смог! Живи! Еще столько нужно сделать! Мейсон! Все кончено. Победа. Ну да. О. Ну что, поздравляю тебя. Еще одна колда позади. Наконец-то. Ох, ты и перенервничала, перенервничала. Такая вот фигня. Ничто не стоит на месте. Все меняется. Таков закон жизни. Ну что, ребят, наконец-то. Самая тяжелая для Дашки колда закончилась. Наконец-то она заслужила себе право начать прохождение Cold War. Ты молодец. Я прибью когда-нибудь. Это будет за кадром, ребят. Дополнительная сцена... Нет. Не будет никакого доната на дополнительные съемки. Все. Колда закончилась. Избиение — это все за кадром. Все, оставляем. В общем, надеемся, вам видео понравилось. Нам это видео давалось тяжело, но мы справились. Дашка, нам. Мне. Ну, мне тоже, я же монтажом занимаюсь. Не терпусывайте. Ладно. Наконец-то мы сможем взяться за прохождение сюжетки Cold War. И что у нас еще на подходе? Halo Reach.
Так что скоро с вами увидимся в следующих выпусках. С вами был Данил, моя жена. Даша. До встречи. Оставляйте комментарии, подписывайтесь и всем пока. Пока.